Ассоциация «Усть-Текстильпром» представляет свою продукцию на международной текстильной выставке «Cairo Fashion and Tex 2022», которая в эти дни проходит в Египте. В форуме принимает участие порядка 30 ведущих компаний. Проведены B2B-встречи и круглые столы с иностранными партнерами. Необходимо отметить, что за последние годы инвестиции в текстильную отрасль составили более 3 миллиардов долларов. Объем производства вырос в 3,4 раза. Второй день международной выставки также был насыщен переговорами, B2B-встречами потенциальных партнеров. С продукцией под брендом «Сделано в Узбекистане» ознакомились не только представители бизнеса этой страны, но и свыше 500 текстильных предприятий из более чем 20 стран мира. Cairo Fashion выставка стала для нас окном в африканский континент. Мы планировали выход на этот рынок, и на сегодняшний день выставка стала для нас платформой, базой для поиска новых клиентов, общения с уже проработанными клиентами. Мы уверены, что египетский рынок потенциально интересен для текстильных и кожевенных предприятий Узбекистана тем, что этот рынок является крупнейшим экспортером своей продукции дальше в Европу. Мы провели переговоры с крупными компаниями по вопросу поставок окрашенной пряжи, сурового полотна, окрашенного полотна. Надеемся, что все эти переговоры приведут к положительным, плодотворным результатам. В рамках мероприятия ответственными лицами представительства Министерства инвестиций и внешней торговли в Египте и Ассоциации «Усть-Текстильпром» была дана информация о возможностях ведения бизнеса в Узбекистане, экспортном потенциале и ключевых отраслях экономики. Вместе с тем, экспозиция позволила крупным отечественным компаниям, производимым текстильную и кожевенно-обувную продукцию, заключить взаимовыгодные соглашения и контракты с зарубежными предприятиями. Достигнуты договоренности о создании торговых домов для египетских и узбекских предпринимателей. Компания «Зилал Текстиль» является одним из крупнейших экспортеров крашеного трикотажного полотна. Наш основной рынок составляет страны СНГ. Мы уже переключились на страны Европы, и сейчас основной целью является вхождение в страны Африки. И мы считаем, что Египет является первым шагом для того, чтобы вступить в рынок Африки. Особый интерес иностранных компаний и потенциальных покупателей привлекла продукция предприятий, представленных Ассоциацией «Усть-Текстильпром». Прежде всего, обращает внимание на ее высокое качество. Текстильная промышленность Узбекистана стабильно развивается. Это видно по качеству представленной здесь на выставке продукции. Мы наметили совместные проекты с узбекскими предпринимателями в области трикотажной и кожевенной промышленности. Наша цель – способствовать выпуску качественной и востребованной продукции в рамках дальнейшего развития сотрудничества с узбекскими производителями. Я работаю в текстильной промышленности в Индии. Мы занимаемся производством одежды и экспортируем ее за рубеж. На этой выставке мы получили достаточно информации о выпускаемых тканях в Узбекистане, о том, какие технологии применяются при ее окраске, а также логистических возможностях. Качество всей продукции, которая производится вашими предприятиями, очень высокое. Двухдневные переговоры принесли хороший результат. Подписали соглашение касательно производства продукции и осуществления взаимовыгодного сотрудничества. Теперь будем использовать имеющиеся возможности для развития взаимных торговых отношений. В ходе выставки прошел и бизнес-форум между представителями отечественных текстильных предприятий и ведущих зарубежных компаний. Была возможность обсудить дальнейшие векторы развития отрасли и взаимодействия между двумя странами, а также открытие совместных предприятий в кожевенно-обувной и текстильной сферах. В фокусе внимания была и необходимость разработки практических мер по увеличению поставок продукции, произведенной в Узбекистане и Египте, на рынки двух государств. Как итог, достигнут ряд договоренностей.